Приветствую подписчиков, зрителей канала. Сегодня рассмотрим Nike Air Max 270 React. Верх модели выполнен из легкой бесшовной полупрозрачной ткани, создающий современный образ и обеспечивающий комфорт. Также верх имеет элементы из искусственной кожи. Подкладка из плотного текстиля с мягкими вставками в пяточной части. Систему быстрой шнуровки обеспечивают петли из текстиля. Язык с плотной вставкой с фиксатором шнурков и логотипом Nike Air. По бокам верха расположены большие свуши Nike. Задник отделан петлей для комфортного одевания и вышитым свушем. Промежуточная подошва из революционного пеноматериала React, вышедшая впервые в кроссовках в 2017 году. Пеноматериал, который обеспечивает мгновенную амортизацию и непревзойденную мягкость, снижая ударные нагрузки, возврат энергии, легкость и долговечность. В пяточной части расположен воздушный блок Air Max 270, отдающий дань моделям Air Max 180 и Air Max 93 с колоссальной высотой баллона 32 мм, показывающей большой объем по сравнению с прошлыми моделями и придающий дополнительную амортизацию. Подметка из резины для отличной сцепляемости с поверхностями. Носить рекомендую лето, начало осени. Цена 13 тысяч. Кроссовки Nike Air Max 270 React созданы для максимального комфорта в повседневной носке, а также подойдут для многих видов спорта. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.